Звони все равно. Твинта? Да, есть твинта.
сейчас получилось, конечно, на посадке повышенные обороты. Вот подсадить я его, видишь, не могу. А, да. Большая скорость получается. Скорость, да. А, из-за малого газа? Да, малый газ сейчас получается вот при горячем двигателе, он 32, ага. А на посадке он вообще 40 держится, да. Но вот это вот момент, вот слышал сейчас, да, я даю обороты, вот это вот у него приемистость не идет. И вот она, в принципе, вот на посадке именно это и есть. Чуть-чуть перебираешь, он сразу бжунс как бы и как просаживается. Ну, а там наверху нормально. А наверху все, да? Сейчас, да, он держит эти вот 30%. Угу. Как бы многовато, а для малого. Сколько? А взлетный тоже мал сейчас. Сейчас за 95. 95, да? Да, на сотни его точно можно поднимать. Угу. Вот. Ну это да, что-то со смесью, мне кажется, да? Может, да. Карбюратор, скорее всего, чего-нибудь там. Карбюратор и конденсатор. Потому что да, потому что вот эта вот приемистость. Это вот при таком довольно сильном ветре, если будет штиль, будет еще тяжелее сажать. Его прям, ну, скорость большая получается, подергиваешь, а меньше скорость держать опасно, потому что чуть-чуть гасишь, и он сразу падает. Он почему-то не хочет держать, понимаешь? Это аэродинамика, наверное, да? Нет, это не аэродинамика, это что-то с двигателем. Это вот... Мы с ребятами говорили, они говорят, что это, скорее всего, карбюратор говорит. У нас вот эта вот причина была в карбюраторе тоже такая же. Вот непонятно почему, но поменяли. Тогда что-то карбюратор есть у нас, ремонт, конечно. Ну, там вроде не сделали там, поэтому... Ну, посмотришь, там жиклеры, там что там, как это. Они, по идее, так вот делают и настраивают там, по стандарту. Все. Можно, в принципе, время сейчас 5 часов. Сейчас его можно закатывать, раскопачивать и приготавливать, ну, всем карбюратор. Ну, всасывающие патрубки, впускные, там, да. Там что как. Хотя бы начать, чтобы завтра где-то, ну, с утреца еще уже там какие-то там процесс этот завершить. С оборотами там добавлю еще, блин, зубочек, еще не жаль на зубок проехал. Ну ладно, разберемся. Вот. И тогда завтра, чтобы уже опять облетать на новом карбюраторе, попробовать организовать. Сегодня уже тогда все. Ну да, да, хорошо. Так, это что, я тогда оставляю? Да, конечно. Что мне сюда с этим креном? Да, ветер сильный, я сюда. Но у меня еще здесь не пойму я, какая вертикаль. Нечистое вращение идет. По штанге ставлю. И не пойму, что у меня со штангой. Вверх она стоит или вниз. Ее надо, по-моему, вверх приподнять. Ну, мне кажется, она у меня. По законцовочке. Смотрю. Что вообще с ней? Она у меня в плюсе. Не, штангу-то надо. Штангу-то надо. Ну сейчас вот, да, малый газ держит, но большой даже уже. Thank you.
Я наоборот, я буду делать.